Всем привет, с вами Артур, и сегодня мы отправляемся в, не знаю, что-то типа Африки, как я понял с прошлого разговора, в прошлой миссии, но увидим, потому что этот восклицательный знак находится где-то... Там у нас будет... Я, кстати, вспомнил про ту карту сокровищ, что я уже нашел, и... Про то, что вот это место и было на той карте сокровищ, которую я еще не использовал. Вот там мы и найдем клад. Плюс... Возможно, там есть эти майя-штучки. Как бы бомбанул сейчас. Галка уже просто монстр. Хотя я уже и не прокачивал давно. Сколько у меня денежек? Ну, не так уж и много. Тут, по-моему, кит прыгнул. Да-да-да. Ну, ладно. Плывем в неизведанные дали. И да поможет нам дух черной бороды. Какой курс, капитан? На принципе, квартирмейстер. Мы плывем к берегам Африки. В принципе, о, дельфинчики, к Африке плывем. Африка, Африка, африканцы нас не ждут. Это ж Вавилон, это не Африка. Ну, давайте посмотрим по карте. Ну, вот это меня очень интересует. Остальное... не очень интересует. Ладно, погнали. Сокровище у нас должно быть где-то в форте. О, потопить, так потопить. Маленькие ублюдки, а? Что вам нужно? Ой, там один большой. Ну, после большого корабля... Это все херня! Говно. Ну все, конец. Никакого абордажа. Сейчас соберем, что там выпало. Я думаю, хоть что-то неплохое должно быть. Хоть и немножко. Ну, 37 древесина, ткань. Убавляй от ветра! Кардели выбрать! Блин, разворачивается долго, мне это не нравится. А так... Ну, это все ж корабль, так что... Можно простить ему это. Я могу вам, кстати, карту показать пока. О, я могу... Песни менять, может быть. А, подожди.
Подожди со своим Робертсом, давай припаркуемся. Смотрите, карты. А, вот эта карта 992-422. Вот там две башенки, пушки и где-то на камушке. Вон я вижу башенки. Пушек пока не вижу, но я думаю, найдем. Так что нас ждет даже сокровище в этой части. Но с другой стороны, мне интересно вот что. Имеются ли тут какие-то вещи? Типа сундуков и так далее. Да, если имеются. И даже немало. Кто это такие? Ягуары. Вообще нам сюда. Но я думаю, сначала мы тут на бережку разгуляемся. Найдем все, что нужно. Или я не смогу туда залезть. Так, у меня нет никаких заданий, типа оставайтесь незамеченным. Нет? Ну ладно. Достали стоять. Капитан Кенвей. И вновь опасный момент, Робертс. Пора нам уже прекратить вражду. Тогда не преследуй меня больше. Мне это ни к чему. Я верен своему слову. Капитан Хоуэлл угодил в засаду португальцев. Упрямый глупец. Я его предупреждал. Тамплиеры. Это они, Бёрджес и Кокрам. Те же, что привели вас в Гавану. А, видно, тамплиеров уже не скрыться, да? Полагаю, пора дать им отпор. Приятно это слышать. И я знаю, как это сделать. Но эти Бёрджес и Кокрам, они не должны унести весть о моем побеге. Поверьте, не унесут. Увидите кого из моей команды? Отправьте их ко мне, будьте добры. Конечно же. Так. Веселенькая заданица будет, да? Тут я вряд ли где пройду, но я попробую.
Унес, блин, тело. Что это было? Почему? Зачем? Ну что это? Ну... Не, ребята, багов тут нету. Совсем. Игра такая... отлизанная на предмет багов, я просто не могу. И вечно что-то такое происходит. Я, честно, долго уже в нее играю. Постоянно. Привет. Я решил сделать кружок. Кружок почета дебилизма. А, боже мой. Ну, правда, сейчас тихо опять, и... никто не будет мне мешать искать сокровища. И всякую остальную бодяжку. Или будут? Наверняка будут. Ну залезай, ну залезай, ну залезай, ну прошу тебя. Петух, петушка. Угу. Козырненько, знаете ли, козырненько. Ну ладно, чем-то меньше уже. Один, два. Шесть сундуков, четыре фрагмента. Не помню, как бы сразу двух задеть. Давайте сделаем... Угу, и до того я не достаю. А эти придурки спят. Но у меня есть пара минут. Точнее, секунд, так что... Лезь! Лезь, придурок! Лезь, придурок! Профакапились. Знаете, плевать. Плевать на дротики. Я сейчас с них что-нибудь подберу. Проверяем. У них нету дротиков, это подставой пахнет, ну ладно. Фу, вы что, шутите? И хочется? Ладно, не буду вас мучить такой жестью. Thank you.
И еще одна такая же жесть. То есть, вы представляете, дважды придется сюда лезть, чтобы потом спрыгнуть. Пусть сходит с ума коллективно. Ну и чё стоим? Кого ждем? Ну стойте, стойте. Говно. Не спеша так проходим это местечко. Высоковато тут для наблюдения. Ой, не та кнопка. Можно было бы бомбануть бочку, но... Да, дротиков немного. Я начинаю переживать, что... Берите, что сможете унести. Ждать не будем.
Переживаю, что их тут нету. Ну, конечно. Вон там ребята, что за ребята? Обычные. Мне надо как-то найти их двоих и вынести двоих разом. Тут, по идее, очень хорошее место для обзора, но я их не вижу. Как, кстати, привет. Большое тут вообще пространство-то. Да, они могут быть там где-нибудь. Опять не та кнопка. Ну, как ты встанешь? Замечательно встал. Подождем, пока пройдут эти. Не хочу попадаться никому на глаза. Будем ждать. Я думаю, они где-нибудь там на пирсе. Вот сейчас пойдем. Ой, печаль. Ну давай быстрее, быстрее, быстрее. Ну, моя догадка оказалась верной. Черт. Они просто дьяволы. Они просто дьяволы. Там наверху как вариант. Но если там наверху, то у меня есть проблема. Как говорится, тяжеловесная проблема. Но дротик его успокоит. Вы что, шутите? Ну, знаете, мне не сюда все равно. Я их уже ищу, ищу, убиваю всех, убиваю. И все равно никого нету. А это мне
говорит о том, что пора переходить к серьезным мерам по истреблению лагеря. О. Ну иди сюда, красавец. Жалко, они возле бочки как раз были. Пойду ящик возьму, чё мне? Весело, да, я? Ведь никого не найду уже. Как будто их забавили, забыли добавить. Надо достаточно долго тут. Что ты хочешь, в колокол позвонить? Я первее перезарядился. Ну ку-ку, дебилы, ну что это такое, ну? Я все понимаю, я... Последние люди на этом острове, проследуем за ними. Чё-то вы остановились. А колокол? Там колокол есть. Вы бы в него позвонили. Может быть, кто-нибудь пришел бы. Хотя я сомневаюсь, что, есть где-то кто-то живой. Не прощаемся. Остается корабль. Пойду на корабль. Суть в том, что я стелсил, и мне это ничего не дало, а теперь я не хочу стелсить, и бегу в атаку. А, вот вы где, ну наконец-то. Как ваши дела? Ой, живой щит, живой щит, жив... Отлично. Ты помог нам, Кенвей. Доказал, что ты ассасин. Но зачем? Потешить свою гордость. Вы встали у меня на пути. Не стоит так делать.
Эгоист и дурак. Хорнигол был прав. Он для меня ничто. Пустое место. Как и все вы. Напрасно, Кенуэй. Вспомни, ведь именно тамплиеры помогли нам. Не король. Не родина. Тамплиеры. Тамплиеры. Наша семья. А где твоя? Честная служба. Это лишение, низкая плата и тяжкий труд. Нам, джентльменам, удачи. Доступно изобилие, удовольствие, легкость, свобода и сила. Кто же в своем уме выберет ту жизнь, когда единственная угроза пиратству — косые взгляды бессильных мира сего? Ха! Да, я среди вас 6 недель. И за это время стал мыслить так же, как вы. И признаюсь, убеждения мои стали так сильны, что их яркость непривычки, возможно, даже пугает вас. Но если вы видите во мне капитана, черт подери, я буду им. Я испробовал все это, и теперь я знаю, лучше быть капитаном, чем обычным человеком. Я ищу обсерваторию. Говорят, только вы знаете, где она. И это так. Хоть мне и претит такое рвение, но я вижу в вас скрытые таланты. Бартоломью Робертс. Эдвард. Пока мне нечего сказать. Жду через 2 месяца. Западу от подветренных островов. Поможете мне, я дам ответ. Ну, двойного убийства у нас не вышло, но я все равно рад, что даже нашел его. Чуваки, не скидывайте меня с этого места. Я тут не закончил и... Ну ладно, можете скидывать. Сейчас опять где-нибудь у себя в бухте окажусь, придется плыть. Расточительные плавания мы тут устраиваем. О, новая надежда, новая. Заметив труп враги, начинаю что-то подозревать. Подозревать, что вонять начинает, скорее всего. Забавно. Цингу лечить приятнее, чем болеть ей. А как словишь что-то от шлюхи и лечишься ртутью, мечтаешь заражаться снова и снова. Вас что-то тревожит? Да, конечно, все хотят жить по правилам, так? Но под давлением инстинкты побеждают законы, сковывающие всех. Что влечет кредо, если оно не вызывает одинаковые поступки? Оно дает ощущение причастности. Что скажете? А, люди — это овцы. А старый волк вроде меня по праву пьет всю эту кровь. Отправляйтесь сюда. Лишь с верными людьми. Так, ну что ж, мы продолжим в следующей части. Пока мне надо зачистить один островок, если он у меня есть на карте. И увидимся. Насчет клада мы немножко... Так, острова нету. Или это он и есть?
Нет, не может быть этот, потому что... А, вот он. Ладно, увидимся. Закончу с ним и продолжим. Но пока всем спасибо за просмотр. Удачи, пока. Увидимся. Бла-бла-бла. Да-да-да. Удачи.